Итак, ну что ж, дорогие друзья, наконец-то наступает наш сегодняшний матч, довольно-таки очень поздний, все-таки 10 час ночи. Ну и что же, а мы, Лига Чемпионов Бизнеса, крупнейшее СНГ корпоративное спортивное движение, которое уже успешно развивается с 2010 года. Проект объединяет в себе корпоративные чемпионы по футболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, большому теннису и, что самое важное, киберспорту, и является самым массовым корпоративным турниром в мире. С 2018 года в регулярном чемпионате Лиги Чемпионов Бизнеса по киберспорту приняло участие более 200 различных компаний. Из множества сфер бизнеса более 1100 команд и 6500 участников, также которые представляли 16 стран мира и 85 городов России. А пики, дорогие друзья, в нашем самом разгаре, так что не будем задерживаться и сразу к ним переходить. Чемпионов бизнеса и наш генеральный партнер группа IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту «Лига чемпионов бизнеса» сезона осень-2024. 7 дисциплин: PUBG, Dota 2, Hearthstone Battlegrounds, Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, Мир танков. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Итак, ну что же, наши красавцы. Что мы уже здесь наблюдаем? Рейдинг забирает себе Разора, Таска, Пуджа и Шедлфинда. В свою же очередь ответочка имеется от Дайр в виде Бристлбека, Бенжел Спирида, Джакира и Луны. Да, сейчас как-то на самом деле прям очень частенько стали ротейтить у нас либо Медузу, либо же Луну. Все-таки с последними апдейтами и патчами эти два кора стали прям must-have, и они чаще всего появляются либо в банах, либо в пиках. Но вот что самое примечательное, очень редко можно увидеть двух этих героев за одну карту. Так, что у нас имеется по бану? Давайте быстренько пробежимся. Рейдиан забанили у нас Клокерка, Медузу, Кентавра, Гримстроуга, Тиника и тому же еще и Шейкера. Также ответочка от коллектива Дайра. Это у нас Худвинг, Дарквиллу, Рубика, Марси, Инвокера, Землю и тому же еще и Визджа. Ну, вот так, по итогу, все-таки распределились со своими банами у нас. Вопрос, конечно же, риторический. Как здесь получится разыграться на этом фоне? Well, да и другой вопрос. А получится ли вообще? Самое интересное. Сейчас мы это и узнаем с вами. Так, в принципе, все еще имеется минут 20 секунд, в принципе, на размышление по поводу следующих банов и пиков параллельно. Все-таки не забываем, что ласт пик имеется у коллектива Дайр, забанили снайпера, забирают шторм спирита. Ага. Вот оно как. Ну, по сути, да, в принципе, можно сказать, что у шторма развязаны руки, но есть маленькое, но все еще есть вариативность взять того же пака. И скажу вам честно, пак здесь смотрелся весьма бы неплохо для коллектива Дайр. Ты бишь, считайте, это дремкое по трим, по четверым, туда еще и макропир, туда врывается луна под эклипсом, ну и плюс также контрит еще и шторм спирита. Ну, как будто бы пак тут единственный вариант, который хорошо, ой, да, единственный вариант, который хорошо бы сюда подзашел, либо же какого-то эмбер спирита, но это тоже такой спорный момент на самом деле, так, знаете, подспорье. Интересно, что по итогу предпримут у нас оппоненты. Так, вот. Ну, слушайте, вот спирит тоже неплохой, как по мне, все-таки такая вариативность выбора героя. Так что, в принципе, окей. Быстренько собирать себе аганим. Это будет, по сути, у нас двойной сайленс и... Какая-никакая все же ответка против Шторм Спирита. Ну что же, дождемся, пока команда пикает своих героев, и уже продолжим в самой же игре, а мы пока что немножечко наведем красоту на ваших экранах. Здорово, парни, как дела? Неправильный не я. Неправильный весь этот мир.
Наш, это наш шанс, это наш, это наш! You ready? You don't look ready. Well, we're starting, so get ready. Heads up, 30 seconds. You got this. Seriously, I just took a look at the other guys, and whew, if you do not have this, I don't know how you'll be able to show your face anywhere ever again. You are fighting human garbage. Так, ну что же. Шарды сразу у нас производятся на high ground. Но, как видим, какого-то либо дальнейшего тимфайта у нас как будто бы и не планируется здесь. Centaurs, wizards, так, по итогу, кстати, винга может подставиться у нас. Но не шибко уж. По итогу ставится пауза, ведь имеется какие-то технические у нас неполадочки. Как минимум, конечно, же надеемся, что у нас Шаттлфинд, в принципе, отправился на паузу. Не так, чтобы уж надолго. И вот же сейф у нас переподключается. Отлично. All right, back in business. Что же по итогу? На бутами будет стоять у нас здесь Сепчик вместе при поддержке Тусика против Винги и Бристал Байка. Кстати, причем уже начинают раз неплохие такие залетают койлы. Но, по сути, должен тут все-таки Тас дотыкать. Да, это First Blood. Прям как-то довольно-таки очень легко получилось у нас. Но факт остается фактом. Подставилась Винга. И ее наказали. Наблюдайте временем, что у нас шторм против White Spirit. Разменяют друг другу лица. Тут у нас доработало, сколько остается еще 200 золота. Здесь у нас остается еще 138. Ну, плюс-минус на одинаковом уровне на этом фоне. Ну и на топе. Луна вместе с Джекиросом против Разора и Паджера. Ай-яй-яй, кстати. Ну, можно бы попытаться и добить бы дальника. Так, успевает сделать у нас отводик. Отличненько. Поднять щиты. Да-да-да. Поддержка прям будет очень важна здесь у нас. Ой. Извиняюсь, ребята. Прям как-то из головы в этот момент у нас вылетело. Все, теперь у нас красотища на экранах.
Ой-ой-ой, вот спирит. Ну, стеки все-таки были заряжены. Плюс уже ботл к нам у нас прилетает. И ничего в жизни не грозит. Опасности. Главное, конечно же, сейчас еще и руну законтролили бы на нем внизу. И быть с доп хпшкой. Так, как у нас ОСФ? Слушайте, ну ОСФ как-то все очень печально, на самом деле, по фарму. 3 на 1, хотя у Бристалбека тоже не так уж и радужно. Полетели койлы. И вновь у нас Тусик оформляет на скилл. Там теперь у нас на топе погибает у нас Паджер. Причем Разор, ну, разменялся как минимум. Тут еще и стики работают как надо. Джакиро. Джакиро будет драться до конца. Ферри кушается, но это и не важно. Слушайте, ну, дабл килл. Ридер у нас оформляет. И при этом всем сверху еще 500 почти золота зарабатывается. Великолепно. Все-таки, на самом деле, есть такая маленькая проблема двух коров, что они очень уязвимы на стадии лайнинги. Это касается Луны, это касается там уже еще и Шадлфинда. Так что, если они хотят их как-то в самом начале застопорить на выход какого-то определенного фрифарма, то нужно душить прям сходу. Интересно еще, будет ли делаться у нас какой-то условный сильверейдж против Бристалбека здесь? Как будто бы идея неплохая, но что самое интересное, как бы Разор, эти позиции, его не так часто можно увидеть на этой роли, но тем не менее. Нет, да нет, все же происходит подобные конфузы. Очень большая пачка крипов. Сейчас таск очень сильно может здесь поставиться. Приходится использовать сноубол, чтобы его дальше не подцепили. Еще и шарды на развороте. Ну, тяжеловато. Все-таки Бристалбек такой герой, у него уже иглы в двоечку вкачаны. Так что, как минимум, неприятно. Так. Пожара пока что очень все плохо нынче на рыбалке. Пятый будет спирит. Пятый там уже еще имеется у шторм спирита. Отлично. Ну, в принципе, мидили в такой, знаете, равной кондиции. То есть 22 на 5, 22 на 26 на 5. А тем временем все-таки забирают у нас и Шадлфинда, и тому же еще и Тусика вырубают. И при этом выживает Бристалбек, при этом еще и дабл килл. Выспред успевает отсюда уйти из-под фокуса. Все еще нет астрал степов. Что же, наступает у нас 5-я минута. Накрываем еще ценность. Видим, что у нас Винга погибает под ботом. Я так понимаю, вновь у нас закомбинили скойлы. А вообще, в общей ценности погибает Луна уже во второй раз. А вот это, кстати, на самом деле очень неприятно. Да, в принципе, движ-приш происходит у нас что на топе, что на ботами, но как бы Луна во второй раз уже погибает, и без стаков будет тяжеловато камбэкнуть уж точно. Тем временем в соло фраг отправляется у нас наш Норм Спирити. Отлично. Тут же молниеносная реализация, когда у нет все еще шторма 6 левела. Ну, слушайте, по крипам, да, все же имеется отличие, и реализация дает о себе знать, что очень даже неплохо разыграла свою главную монету. Войспирит, будет ли как-то пытаться загангать топ, как-то помочь лишний раз у нас Луне? Все же Луна довольно-таки очень тяжелый старт. Органцы у Бристалбека. Естественно, понятное дело, что выход будет быстро какой-то агоним даблстоун. В принципе, стандартная сборка. Там, конечно, еще и Эктери может появиться. Но с другой стороны, вот действительно ли понадобится ли здесь Сильрейдж против этого героя? Как будто бы да, но два героя физовых, один магический. Ладно, как бы ЕСФ тоже может, да, чуть-чуть, так скажем, подставить. Как бы все-таки Койл, Реквием, как ни крути. Тут у нас что, тем временем Пажер контролит руны экспириенса. И Венга тоже недолго думая, параллельно еще делая стаки на эншентах. Отлично.
6-й в Шторм Сфирита. Будет ли появляться какой-то орч, либо стандартный выход через Кайос Энж? Ай, вот, кстати, клинк чуть поздновато, но вот рыбалка удается как надо. Конечно, этот магнит на хук, это сильно. Так, а там еще и Таск временно забирают у нас. Ну, Таск не сейф, так что и не важно. Так, вот Спирит тоже подтягивается. Как-то подзасавить бы его. Шторм. Но Шторм сейчас, конечно, может попытаться как-то... Стики все еще есть, отлично, все же выживают. Но по итогу все-таки здесь Шэдоу Финт, а вот Вайт Спирит, конечно же, под вопросом. Нет, Паджер все-таки за это погибнет. Ну, ух, но... Чуть не хватило, но Уджа, по сути, разменяли на оффлейнера и четвертую позицию. Так что очень даже неплохое грамотное перемещение от Шторма. Ну и пуш, конечно, да. Попал бы хуком, это было бы прям 10 из 10 в этом случае. Да, по итогу неудачное нападение. Твой спирт у нас организовалось. И, кстати, будет делаться орчит. Такой быстрый сайленс, даже без фастового выхода в Аганим. Ну, с одной стороны, он будет намного... дешевле, чем Аганим, но там разница буквально в 1000 голды. Не знаю, насколько все-таки это получше будет вариативность здесь у нас использоваться. Тусика забрали. Сэф, конечно, очень рискует здесь оставаться дальше. Желательно все-таки отсюда куда-то локацию поменять вообще в другую сторону. И на самом деле желательно бы на топе открыть бы Т1 вышку, чтобы Сэф смог спокойно фармить Эншей. И фарм плюс параллельно еще и лайновых крипов. Ну и плюс дополнительно еще и безопасно. Штурм здесь наоборот с пуджом выходит у нас под смоками, хотя они уже спадают у нас тем временем. Опа, вот на кой, конечно же, первую жертву. Заявил, в общем, снова балла у нас стан. Но и без шансов, хук. А он был хорош до выхода хука. Да, небольшая неудачно постигла у нас толстячка. Ну, это, в принципе, не такая большая разница. Да, все-таки орчида у нас не будет. Планирует на шторм спирит, кая, шарда, БКБшка. Окей, будет такой у нас боевой шторм спирит. В принципе, решение довольно-таки неплохое. Вопрос, конечно же, как быстро будет спирит нафармить себя орчит, как быстро появится БКБшка у шторма. Вот так что, 10 минута, счет 10-7, весьма довольно активные лайнки пролетели с обоих сторон. Но в этом случае по большей части пострадала именно Луна. Хотя, если даже посмотреть на показатели 0-2-1 КДА, но при этом всем обгоняет СФ, хотя там разница буквально в 30 копеек, не более, не менее. Как тут у нас успехи? Слушайте, еще 1900 золота остается у нас до полноценного аганимчика на Бристалбеке. Ну, Бристалбек хороший начало. 4-2-1, туп 1 Нетворс. И сейчас это очень хорошо и грамотно может разыграть свою лучшую половинку. На молниеносная атака. Но тут, конечно, да, кто на кого по итогу нападает. В итоге забирает разор, разменивается у нас на Луну. Также погибает, к тому же, еще у нас Сиджа, Кира, Вортек. Он связывает на здесь Венжевал Спирит. Венька тоже отправляет ответ на это уже трипл килл для Шторма Спирита. А вот Спирит, вопрос, уйдет ли отсюда. Астрал Степ буквально через 2 секунды. Пуч. Не, к сожалению, Хуком промахивается здесь. Но все еще имеется Астрал Степ. Отлично, зацепить. Еще один койл полетел. Дальше продолжить. К сожалению, мана недостаточно у Шторма. И в итоге... запушит и один тавр на топе. Паджер, кстати, походу вообще не в тот район у нас заезжает, на самом деле. Имеется ремнант, тут же забивается дизмембер, и по итогу прям халявнейший фраг. Ну, что он тут хотел сделать, непонятно. Так, итоги в 3 капа. Ну, по сути, потенциально 2 в 3 разменялись, но все же оказывается в плюсе, как ни крути. И 800 золота для Шторма. У него уже появляется Кай. Это очень неплохое начало. 11 минута, а иметь Каю, это очень сильно. При этом всем у него почти уже имеется еще и 10 левел. Так как бы БКБшки быть возможно на минуте 15-16. Если появляется момчик, наконец хоть как-то себя может подбафать по пар потенциалу. Хотя у Луны уже мом имеется давно и фармится весьма-весьма солидно. Хоть хом помаленьку
приумножая свой фарпотенциал. Очередной выход под смоками. На этот раз что, они хотят кого-то зацепить, да и запушить Т1 на миду, либо же забайтить на Разора. Но он уходит бристлбэком, половина хп. Ну, это, конечно, не самая лучшая идейная перспектива, все-таки довольно-таки маловато, она остается у Шторма. Как будто бы лучше бы отсюда отступить. Да, может зацепить Джекира, который довольно далековато ушел от своей команды. Но они-то его забирают, сюда еще подтягивается СФ, хук. Мимо, к сожалению, и по итогу все вместе запушат один на миду. Цеплять потенциально уже и нечем, если только он захочет как-то войспирит ворваться, но я думаю, это будет последнее решение его, которое он захочет применить здесь. Да, забрали-то один на миду, по итогу по вышкам пока что у нас вырисовывается ситуация 2-0, на топе фуловая, на миду половина хб остается, ну и в ботами фуловая. Да, под пушу, коллектив удар, все очень-очень печально. Надо бы где-нибудь набирать обороты. Что у нас здесь, арканцы уже в винту не появляются, даже, естественно, будет слоркрис выфармливаться. Передумал по поводу Орчи, да, у нас Void Spirit, и будет все-таки собирать себе именно Magic Slayer. Вот она что. Идея-то неплохая, но как будто бы затея с Орчидом была бы еще бы лучше здесь. Но, как говорится, хозяин барин. Тем более Шторм уже вырывается, потом пойдем на этот раз. 6700 имеется общей ценности. Не сказать, конечно, что очень уж много, но это лучше ничего. Причем мне так нравится, как саппорты прям идут ноздря в ноздрю. Наибольше 3500 пуджа, наименьше 2500 имеется у нас у Джекироса. Да, Джекира прям, к сожалению, прям бедствует здесь. Но, тем временем, выходит под смоками вместе со своим мизером. Ну, если только выдвигаться только в сторону того же пуджа. Бестлбэка бы в идеале бы Аганим уже дополнительно... слушайте, Аганим-то ему уже летит. Хотя аганимный пристолбэк может очень сильно делать больно. БМ на Разоре. Это прям звучит, знаете, какое-то отчаяние. Как бы, ну, БМ на Разоре довольно-таки редкое явление. Тем более, когда у тебя счет 4-1-2, когда... И можно было в какие-то, ну, более боевые итмы выходить. Хотя после Яш собирается еще и Пайпа. Интересное решение. 15 минут, 14 на 9, 2К перевесом, по графикам что? По графикам ничего абсолютно, 50 и 50. Такс, тусик со смоками. Неужели прям в пятером? Серьезно, прям в пятером будут смаковаться? Интересное решение. Ну, кого подцепить-то здесь? Бристлбэка долго бить, очень долго, я бы сказал. К тому же еще и скан был у нас заюзан, поставили агрессивный вардецкий, но никого абсолютно у нас и не видят, а видят обсервер. И должно примерно быть представление, где находятся оппоненты. Еще один агрессивный вард ставится возле этого таура, вот это неплохо. Неплохая кричалка, по итогу находит здесь у нас будет спирита, хук, мимо, но Шторм был далеко, полноценно ворваться как-то и подцепить будет спирита не удается. А может быть просто пойти забрать Таршана как вариант, под шумочек-то, как будто бы звучит прям как хороший план. Но с другой стороны, если на них нападут в Рошпите, для них же это будет и похоронами здесь. Окей, давайте смотреть. Рошан начинает уже разминать вовсю. В принципе, сил хватает на это. Здесь, конечно, вопрос. Дайр планирует ли как-то прочекать, но у них нету. У них нет, к сожалению, скана, чтобы это увидеть. И при этом все еще и пажу ждает агрессивный вардецкий, чтобы мало ли будет у нас под выходы. И тем временем Рошан падает. Я думаю, на самом деле, для Шторма было бы самое наилучшее решение отдать меня и виду, чтобы СФ либо сейчас дальше шел фармить, а вчетвером ребятки просто шли бы и находили бы тимфайты.
Паджер прям пытается на себя подзабайтить на миду. Ой, господи, на миду, на топе. Да, господи боже. Продолжает дальше у нас выфармливаться. Но на него никто не зафармился. Так, White Spirit, окей. Имеется Magic Slayer, дальше будет собираться у нас Аганимчик. Ну, тайминги, конечно, немного уже поломались. Хотя тоже с другой стороны стоишь и думаешь такой, ну вот Orchid в принципе звучит как такой неплохой план. Но в определенный момент все-таки решил поменять свое мнение. Как бы ладно, главное реализация. И вот оно появляется наконец-таки Манта у Луны. Довольно-таки на самом деле очень поздние тайминги. Но при всем этом топ-1 нетворк с тремя смертями. Так что Кадред очень неплохо даже и фармит. Дополнительно также выбивается у нас тир 2 уже шмоточки. Дэшк спамится на нижней руне. Это прекрасно видит. Лицезреет у нас White Spirit. И как будто бы можно было бы даже смакануться под ДД, если винги смоук. Решается как-то в сок, что ли, пройтись у нас. Ну, быстро зафокусировать толстячка, как вариант. Так, прекрасно понимаю, что кто-то здесь все-таки фармил у нас. Но, к сожалению, не угадываю сектором направления. Сэнджин и Яша тем временем готовы уже Шторм Спирита. Вот оно как. Решил пока что подождать по поводу покупки БКБшки. Решил как-то укрепиться, чтобы даже при врыве его так быстро не смогли зафокусировать. И выдвигается запушить ботом. Плюс также имеется лотос на плюс 400 здоровья и маны, что очень сильно может его засейвить в определенный момент. Конечно, Штормер такой себе пушер. Тут бы желательно бы SF-чика. Вот такая Сэндж, полтора хп. Отлично. Так, смачески отклетил Дайер. Ну вот что они-то здесь хотят сделать? Тут бы SF бы подойти было бы желательно. Но, с другой стороны, SF без БКБ. До БКБшки еще 400 золота. Вот стоит ли это агрессия без БКБ на SF? Я даже не знаю. Так, Ice Pass. В принципе, неплохая макропира. Высоко врубит на скрипов. Тут же Реквием раскастовывается, либо нет. Но там, тем временем, под Эклипсом, вместе с Бристалбайком, отлично заходит в спину. Забирает Тусика, забирает тому же еще у нас Пуджа вместе с Разором. Выбивается и Гида. Ну, вот о чем я и говорил, что без БКБ, в принципе, вариативность так себе. И Шторму уже приходится отсюда отступать. Но сейчас перенаглеет. И по итогу... Не знаю, жадность как бы Фрай разгубила, зачем он решил дальше здесь полетать, когда он мог просто взять и уйти. И по итогу вот к чему торопливость их приводит. Отдают почти 3000 золота и 4600 экспириенса, при этом нанеся 8к дэмэджа. Да, вот тебе и дабл дэмэдж на Войн Спирите, 2800 дэмэджа у нас нанес, при этом Луна и Бристлбэк очень много поимели с этого замеса. 900 золота, 681 золотая монеточка. А для Луны это означает только то, что скоро появится БКБшечка. Ну вот о чем я говорил, что все-таки надо было дождаться, когда у того же SF появится хотя бы БКБ. Как бы с БКБшкой SF себя чувствует намного лучше, намного боеспособнее здесь. Поэтому как бы он не смог полноценно принять участие в тимфайте. Он был вроде бы и был рядом, но вроде бы его и не было одновременно. Так, что можно сказать, неудачная реализация Игиды, которая привела к тому, что парни просто лишний раз отдали очень много золота. Уже Луна имеет 12,5 общей ценности, тем временем, когда вот уже SF имеется 9000. Ну, как будто бы печальненько на самом-то деле. Так, дизмембер, но под линзой, понятное дело, достает за полкилометра. По выстреле заберут у нас липоэтогу. Лолу свап нужен, отлично. Да, раскастовался у нас Реквием и просто банально делается тэп-аут отсюда. Чуть-чуть буквально не успел, чуть-чуть не хватило. Да, также касается того, что чуть-чуть не хватило, чтобы забрать у нас Луну. Просто не хватило дэмэджа. Не знаю, maybe если бы был бы Шторм рядом, то дэмэджа бы хватило бы с лихвой. Причем обращаем внимание, что Кайсен уже нафармлен, и дальше будет собираться у нас Orchid. Интересное решение.
Ну, при слове того, когда у нас сейчас уже манта и БКБшка появляется на луне, тут, в принципе, как бы по барабану, плюс еще и дабл дэмэдж у нас мамнится. Ну, если какого-то того же будет спирита, хотя там тоже будет веточный сайленс. Не знаю, как по мне, шторму здесь нужна БКБшка. Нужна БКБшка, чтобы просто весь контроль не ловить лицом. И при этом никаким образом не реализоваться в замесе. В это время что у нас забирается? Терзатель, дэмэджа хватает с лихвой, главное как бы и не умереть за счет этого. Ну, для Джекерос, конечно, так себе, конечно, но вот для Винги было бы намного лучше. Все-таки это потенциально двойной стан бы только будет у нас вылетать. Так, у Тосика что? Блин, да, я Слоуркрест собрал, хоть какой-никакой бафчик будет у нас для коров. Как-то дело с пайпой, с пайпой пока что как-то дело не особо обстоит у нас. Я тоже, вот этот вот билд через полукомандный полукор разор троек, это, конечно, да, это печалит на самом деле. И все же, как ни крути, если какие-то все же итемы набирать именно себя в соло, то ты сможешь намного лучше реализовываться, то есть также мог и Паш этим заняться, либо же условный таск. Просто есть герои, которые собирают ауры и становятся еще сильнее, есть герои, которые, ну, аура потенциал им не дает обслова совсем, просто как фактор того, что у них уж хоть что-то есть на команду, все, не больше и не меньше. Обычно такие герои сильны за счет только спылов, вот и все. А тут, чтобы раскрыться разор полноценно, тут итемы прям необходимы. Лишь я достойный. Между небом и землей лишь я достойный. Джем Клаб. Нормально. Нормал дын. Итак, выход с маками. Угу. Оспирит решается именно с саппортами. Как бы под дабл дэмэдж. Видит эсэфчик на вороде. Ну и вот он нападение. Реализация БКБшечки. Ну, хотя бы живой, уже хоть что-то, хотя подождите, файт вроде продолжается, все-таки дальше у нас планируется, Райквем раскастовывается. И попытка отсюда убежать хоть кому-нибудь, разор, очень больно разору, тут же еще накидывается на него урна параллельно, Сайленс, Ремнант, как же больно, шторм. Выживает на лоу HP, конечно, там Бристлбэк начинает нас развлекать, собирает там уже еще, ой, там еще и в спину заходит у нас Луна, это... Было крайне неожиданный поворот, и по итогу все-таки сейф отсюда делает ноги. Но, кстати, сейчас еще и таск может погибнуть после байбека. Это прям фиаско на самом деле. Кэдап оформляет на стейпл килл, и это минус 4 потенциально. 2400 золотом, 4600 экспириенса, и тем более сейчас парни начинают прям... своей крип-массой давить оппонентов. Булдстоун уже появляется еще и Бристлбека, и это еще и минус будет, и два тавра на ботами. Через кэш там стоит, не отдыхай. Неплохая кричалочка, конечно. Ну, как видим, шторм. Опачки. Пуджер. Не знаю, честное слово, но... Как бы мотивация дать мне просто пуджа, она как будто, знаете, она не столь хороша. Как бы вот... Таск делает работу и пятерки, и четвертой позицию. Это как бы на самом деле довольно-таки грустно, потому что он на фоне пуджа очень бедный. Всего лишь 5300 общей ценности имеется. Угу. Филактерия готовится на Луне. Не, когда у Луны появится Канда, там лица будут отрываться за милую душу. Там, по сути, с одного бима тебе половина лица будет отрываться. Ну, либо же одна треть. Что-то из-за этого, но в любом случае, дэмэджа очень много. Ну что же, забирали на ботами, забирали, там уже еще и на миду у нас доблокал. Прекрасно понимаю, что сейчас у них имеется гиперперефарм. Все-таки это уже доходит у нас общая ценность до 11 тысяч. И по графикам 13 на 87. Это, конечно, неудивительно. И сейчас пройдутся еще и по топу, это уже увеличивается будет до 12-13 общей ценности. Многократно. Итак.
Dire is kicking sweet hell out of Radiant's bottom tower. Так, выкукивает по итогу здесь у нас Вингу, но Вингу-то выкукали, а что, собственно говоря, делать дальше остается? Я не думаю, ну, хорошо, отступили. Отступили коллектив Дайер. Не стали как-то идти на рожон. И просто убежали. Все, команда готова. То есть сейчас Луна прям рейд босс. Я даже представить не могу, как они ее будут здесь минусовать. Коллективу Транснефт придется, конечно же, попотеть знатным. Потому что когда у героя появится условно какой-то сатаник, бабочка, я даже не думаю, что SF вообще его перебьет. Потому что на фоне него SF очень бедный. Ну, 11 тысяч против 18. Но разница как будто прям ощутимая. Итак, ну и Фрошан зареспомнился, и Транснефть будет его, походу, все же здесь минусовать, окей. БКБшка собрана, имеется у Шторма, ну и дальше будет собираться у нас Аганим. Теперь еще вопрос по поводу какого-то Сильверейджа против Бристалбека. Да, как бы с другой стороны, все еще даже Весла нету, и Бристалбек отхиливается очень хорошо и очень прям активно у нас. Итак, что же, Рошана по итогу отдали, будут ли пытаться как-то здесь тимфайтиться. Неплохой такой вортекс у нас, конечно, выдается, БКБшка прожимается. Тут же хукника, мимо макропира. Ну и Клифс, Клифс прожимается, понятное дело, сразу же отправляется ESF, и все абсолютно отправляются в таверну. Но я не думаю, что отсюда уже как-либо отпустят на Шторма. Да, еще и Сайленс выдается у нас. Выхукивает у нас Бристалбек, немного Бристалбека, но по итогу все-таки ему удается уйти отсюда. Да. Даже ESF абсолютно ничего сделать с этим и не смог. 2700 золота зарабатывается и 7700 экспириенса. Ну, как будто это все, это уже финалочка на самом деле, потому что, ну, мы прекрасно видим, что какой-то ответки парни просто не в состоянии дать какого-либо отпора. У Луны имеется крипмасса, то бишь вот то, что она три раза погибала, вот, все. 7-3-3, топ-1, 21к общей ценности. Да ну, серьезно, выкупил именно оригинал. Ну, Пажер как бы постигнет кара небесная. Синджинеша готова уже имеется у Бристалбека. Ну, все, я не знаю. Как драться против этих монстров у Бристалбека? Все отлично, будет спирит у Луны. Даже при слове того, что Луну пытались отпинать в самом начале. И как бы это особо много не привелось, на самом деле. Решили подступить. Понятное дело, что ресурсы надо немножечко откилдаунить. Но хотя там БКБшка 18 секунд, Эклипс 30 секунд. И в основном все у всех имеется на мази. Рун виза спамится на верхней руне. Да, Сильверейдж все-таки будет фармить себе именно SF, но SF вообще бы не хотелось этот предмет фармить. Да, появляется Джиньяша, но как будто бы ему нужен какой-то кристаллис, я не знаю. Сталис, сатаник и хотя бы отжираться. На фоне того, какого дэмэджа в него влетает. Ну, трудно все это пережить, очень трудно. Там БКБшка остается еще 7 секунд, бабочка появляется на луне. То есть, ну просто вдумайтесь, как пробить этого молодого человека. Просто каким образом это можно вообще сделать? Потому что сейчас появится сатаник. Все. Луны, пик силы. И Луну просто не остановить. Ну, ни один герой ее не убьет. Абсолютно ни одного. Если сейчас в ближайшее время что-то Рейдент не придумает, то это будет конец. Аганим уже появляется у Винги. Кто-то многие говорят, что хорошая защита... Не, подождите. Защита — это хорошее нападение. И, возможно, все-таки, ну, попытались бы как-то ребята смакануться лишний раз. То есть они смаковались до 20 минуты, там, плюс-минус 2-3 раза, и все. Как бы на этом закончилось, они просто ушли в дефенс.
Но понятно же, к ним идет в гости. И я не думаю, что они даже будут ждать этого Рошана, потому что им вообще незачем. Ну что же, наблюдаем, как очень быстро ХГ будет нас отваливаться. Причем очень большие куски у нас срываются. От этой вышки вот, одна тычка. Одна тычка, просто минус половина здоровья. То есть понимаем, да? Прекрасно. Так, выкупливается вновь у нас оригинал, прожимается Эклипс, но... Тут, конечно, да, Дизмембер пытался как-то пытаться как-то задержать эту луну, но луну все-таки забрали. Луну забрали, но при этом всем сейчас весь состав обычно будет у нас просто банально погибать. То есть и трусика никуда у нас не отпустят. То есть минус 4 оформили, смерть только на одну луну. Хотя шторм ворвался, сайленс ли имеется, и без этого справляется. Три байбека выбивается, три байбека. Винга все-таки у нас подъедет, но иллюзия все-таки даст о себе знать. И в итоге еще и подлавливает шторма у нас на сайленсе, его тоже минуса нули. Ну и сейчас тут остальные будут героев, особо нам погибать у нас. Да, погибает, там уже еще у нас и тусик, и... Не знаю, ну, good game, все, в эту игру уже пройдем просто никак не камбэкнуть. Все, Dota 2 ставит 0%. На самом деле я с ним буду даже солидарен. Пытается, конечно же, как-то потянуть у нас время Паджер, но... Не. Все же прописывается у нас good game, это 1-0. Ну что же, небольшая музыкальная пауза, дорогие друзья, и мы скоро к вам вернемся уже на вторую карту.
Итак, дорогие друзья, по итогу все-таки интервью у нас не будет. Переигровочка у нас, BS1 серия. Ну, к сожалению, ребята ушли. Ну, что ж поделать. В любом случае, спасибо, кто сегодня присутствовал даже на BS1 серии в такое позднее время. Всем спасибо. Микрофон был Ави. Всем пока-пока.